Все трофеи в руках пилотов «Синей армады». Явление привычное, но не менее радостное. Тем более в этом сезоне официального старта ралли-рейдов пришлось ждать очень долго. Победы легко не даются. Удивило то, что трассу сделали очень разнообразно. Спасибо за это организаторам. Было где попотеть, так сказать, легко никому не давалось, ни людям, ни машинам. Видели, сколько было в предыдущие дни проблем. Но мы настраивались на стабильную и слаженную работу экипажа. Все ребята отлично отработали. Слаженная работа всего коллектива дала результат. Пилоты, штурманы, механики, администраторы – все чувствуют огромную поддержку. За камазовцев болеют не только в республике, но и далеко за ее пределами. В этом году год бедный на спортивные события. И вот эта вот первая гонка «Золото Кагана» вот, меня подвигло к тому, чтобы я приехал на финиш, побыл с командой, посмотрел, как проходит гонка. Ну, все в порядке, ребята молодцы. Первым финишную линию пересек экипаж Дмитрия Сотникова. Совсем немного от него отстали ребята из команды Антона Шибалова. Андрей Каргинов третий, но не всегда результат – главная цель. Трудно было найти уже свой темп, опять ехать быстро, потому что неизвестно, что с машиной, поэтому старались не сильно быстро ехать, но сохранить результат. Ралли-рейд «Золото Кагана» стал основной проверочной гонкой для КамАЗ-мастера перед предстоящим «Дакаром» 2021 года, который пройдет в январе в Саудовской Аравии. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Астрахань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келім жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.